как вы, петербургский интеллигент, уживаетесь со Светлым, нашим уральским пацаном? Вы знаете, мы как противоположности. Мы все, он с Урала, я из Петербурга. Он блондин, я брюнет. Он мужчина. Я тоже мужчина. Мы притягиваем друг друга. С Ваней Ургантом мы друг друга, как сказать, поймали в юморе. То, что на экране такие искусственно созданные подколочки и так далее. За кулисами мы абсолютно реально друзья, которые дружат с семьями. Сергей очень добрый, мягкий, интеллигентный человек, но, видимо, пока человек многоградный, скрывающий в себе вот такие вот неожиданные образы. Ситуация немножко дублирует то, что мы делаем по телевизору. Мы точно так же сидим рядом, смотрим друг на друга и говорим себе абсолютно глупости. Помогал мне, я, конечно, в каких-то вещах опекал его. Меня не взяли участницей по определенным причинам туда. Но по каким? По тем же самым причинам, по которым я отказался вчера с тобой танцевать.